Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. ¿Te atreverías a entrar en una casa abandonada y pasar varias horas ahí dentro hasta que se hiciera de noche? ¿Cambiaría tu opinión si te dijera que ese sitio está embrujado, que en él ocurrieron cosas horribles en el pasado y que quienes se han atrevido a entrar dicen haber observado demonios horribles y espectros sumamente macabros? Esta fue la experiencia de Tim Morozov, un youtuber ruso dedicado a hacer urbex en casas y fábricas abandonadas, en las que supuestamente ocurrieron sucesos paranormales. El día de hoy analizaremos un caso en especial, donde se cree le atacó un demonio mientras hacía un ritual. Sin más por el momento, comencemos con este video. Este suceso ocurrió el 15 de mayo del presente año, 2021. El youtuber Tim Morozov entró a una casa en la que se cree habitan hordas de demonios muy peligrosos. El usuario se propuso pasar la noche dentro de este sitio, a pesar de que podría ser muy peligroso. Para protegerse, decidió hacer un ritual en el suelo, con un círculo formado con velas y otros artefactos. Lamentablemente, la entidad que ahí vivía no vio esto con buenos ojos y comenzó a ponerse muy agresiva, al punto de manifestarse mediante el fenómeno poltergeist en diversas ocasiones, e incluso se cree que se manifestó físicamente en por lo menos una ocasión. Observa con mucha atención. Привет, друзья. Меня зовут Тим Морозов. Сегодня я снова приехал в дом, в котором, по моему мнению, обитают либо демоны, либо черти. По-другому назвать это никак нельзя. Здесь вообще ничего нет. Чтобы хоть как-то обезопасить себя в этом страшном доме, я еще днем расставил камеры, нарисовал круг из соли и уже несколько часов нахожусь в нем. Мне в этом доме находиться реально страшно, потому что прошлое пребывание угрожало моей жизни и здоровью. Надеюсь, этот круг сможет защитить меня. Сегодня я хочу все-таки узнать, кто здесь поселился и почему оно здесь находится. Если ты здесь, дай мне знак. Если ты здесь, дай мне знак. Попробую послушать в наушниках. Раз-раз. Работает. И
Я хочу, чтобы ты вышел ко мне на связь. Я хочу узнать, почему ты здесь находишься. Кто ты такой? Итак, друзья, на протяжении всего вечера нет никаких движений. Возможно, это именно из-за круга. Возможно, из-за свечей, хотя свечи должны, наоборот, создавать контакт. Не знаю точно. Возможно, сейчас я думаю, что оно специально молчит, чтобы я вышел из круга. Может быть, поэтому. Но я точно не уверен в этом. Слышите эти скрипы? Черт. Такое чувство, что кто-то приближается сюда. Тут есть кто-нибудь? Если это ты, выйди со мной на контакт. Кто тут? Кто тут? Кто тут? Блин. Слышите? Я боюсь заглядывать за круг. Черт возьми, мне кажется, это вообще как приманка. Кто ты? Скажи мне вслух. Если можешь. Если не можешь, прекрати это. Блин. Что там? Блин, происходит. Кто ты? Я сейчас кого-то ошпарил солью, походу. Это точно зло. Точно какие-то демоны. Что-то хорошее бы так не отреагировало. Слышали звук? Крик по радио няня в этот момент. Такое чувство, что этому существу стало больно. Что там такое творится? Прекрати это! Твою мать, что происходит?
Сейчас снова были помехи, как в прошлый раз. И еще какие-то слова. Но я не понял ни одного слова. Блин. Охренеть. Что ты хочешь? Чтобы я вышел из круга? Охренеть. Явно хочет, чтобы я покинул этот круг. Что бы ни случилось, я не выйду из круга. Я хочу, чтобы ты сюда пришел и сказал мне, кто ты и почему ты здесь находишься. Скажи мне, как твое имя? Как тебя зовут? Ты тут? Ответь мне, парадионяне демон, как твое имя? Я не выйду из круга. Ответь мне. Как твое имя? Она у меня была включена. Я не знаю, может быть, батарейка или что-то подействовало и забрало у нее заряд. Но я боюсь проверить, потому что кукла находится
Ты еще здесь? Это ты выключил мою куклу? Зачем ты это сделал? Я хочу узнать, кто ты. Ответь мне, скажи мне свое имя. Ты еще здесь? Зловещая тишина, друзья, в данный момент. Я знаю, что ты здесь. Она находится в этой комнате прямо сейчас. Я его не вижу. Этот скрип. Черт возьми. Чего за нахер? Свечки же в кругу. Как такое возможно? Там соль разрушена. Блин, не вижу ничего. Где ты? Боже меня. Поправить круг. Возьми.
нахер отсюда выбираться? Что за нахер? Итак, друзья, я покинул этот дом, покинул его навсегда и больше туда не вернусь. Пересмотрев материал из 3 видео с этой локации, я понял, что там поселились низшие демоны. Их называют энтуко. Они не способны причинить вред человеку. Они только питаются страхом и ужасом, что как раз я не раз испытывал в этом доме. Сильный и сытый энтуко может заставить человека испытывать злость, отчаяние, ненависть и толкать на непредсказуемые поступки. А так как питать этих демонов своим страхом я больше не хочу, собственно, поэтому я не буду возвращаться на эту локацию. В принципе, вы увидели все, что я вам показал, рассказывать, рассуждать на эту тему больше смысла нету. На этом все, друзья. Всем пока, до новых встреч. Las cosas vividas por este youtuber son simplemente escalofriantes. Él afirmó que nunca volvería a ese lugar, pues las energías que ahí se respiran son sumamente malignas y peligrosas. Dentro del material ahí filmado, se logró observar una presencia en todo momento, pero hasta ahora se desconoce qué era realmente. Ahora bien, ¿qué opinas tú de este caso? ¿Te atreverías a explorar una casa infestada por demonios? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.